Всем привет! Вот мы сегодня чудом поймали рыбу. Сколько мы плавали с тобой? Часов 5, наверное. Ну да, довольно. Погода сочнее. Вообще отвратительная. Вот сейчас тут более-менее распогодилось. Игорь Владимирович сейчас покажет, как он чистит рыбу. Обзор рыбочистки. Я вот на самом деле чищу, стараюсь всегда ножом. Вот она 50 рублей, ты говоришь, она да, стоит? Да, 50 рублей. Магазин, вот пластиковая стоит. Ручка там. Сколько ты уже перечистил? Ну, ванну-то точно. Ну, ванну перечистил. То есть вот он, я говорю, я такой не пользуюсь, покажи мне. Вот сейчас я буду. Смотрите, чистится очень быстро, вообще, прям очень быстро. По сравнению с ножом, смотрите, просто прикладываем и поперли. Да, такая штука бодрая. Я потом поближе ребятам вам покажу. Сейчас я поближе сделаю, чтобы было понятно, так оно непонятно нифига. Сейчас вот так вот, оп. Давай покажу, вот так вот и сделаю. Все, вот уже одна сторона у нее вычищена. Не остается ни одной чешуйки. Все, все очищает полностью. Очень удобная штука. Ну там ничего подтачивать не надо? Ничего, вот я купил все изначально. Все, она вычищает все прям досконально. Самые проблемы, как всегда знаете, с пузом у щуки. Ну да. С криптом. Вот, вычищает, видите, одна сторона уже готова. Саша, все, погнали дальше. Вот она, моментом. Видите, вообще ничего нет. Самое главное, что мы сегодня обрыбились, и будет у нас уха. Что происходит с рыбой, вообще непонятно, да, Игорь Владимирович? Мы сегодня целый день перекидали вообще все, все, что можно. Мы на реке Тура, как обычно. У нас сентябрь начинается, мы выезжаем на природу. Ну сколько вот он уже, представьте, там секунд 40 ее, вот она готова. Сейчас ее все. Только сполоснуть и все. Сейчас мы вскроем ее, посмотрим, посмотрим голодная, не голодная, потому что мы ничего понять не можем. Бертушки она не берет. Она у него взяла крэнк, там косодаку. И на этом все. Вот все, она уже почищена, пожалуйста. Ее осталось только сполоснуть. Ну, такая, да, бодрая штука. Спороть. Где она? Давай я покажу вот эту пока рыбочистку. Вот так, вот она, ребята, вот простая рыбочистка. Сейчас, да. Ну вот забивается, да, моменты вот эти. Ну это. Ну я сполоснуть и все, и да. Все. Да. Она быстро выковыривает. Так что вот. Ну все, Игорь Владимирович, улыбайся. Так что вот так вот. Такое небольшое шоу по чистке рыбы. Все, ребят, всем всего доброго, всем пока. А сейчас будем есть уху. Ха-ха-ха.